как теперь будет играть текстильщик, состоялась первая тренировка красно-черных с новым главным тренером Денисом Бояринцевым. Напомним, нового руководителя представили команде во вторник, и уже в среду тренер активно включился в работу. Очень хороший коллектив, прежде всего не только командный, но и тренерский, административный. Успели познакомиться. Ну, в футбольном плане самое приятное впечатление пока. Вот первая тренировка сегодня такая полноценная прошла. Очень хороший подбор игроков был сделан в трансферное окно предыдущим специалистам. Ребята очень для второй лиги очень хорошие, очень добротные, очень качественные. У нового руководителя команды богатое спортивное прошлое. Играл за московский «Спартак» и за ряд других российских команд. В Еврокубках провел 13 матчей, 6 за сборную России по футболу. Тренерскую карьеру начал с 2014 до сентября этого года, был старшим наставником в Новотроицкой «Носте». Всех ивановских подопечных Денис Бояринцев уже знает по именам. Рассказывает, в ближайшее время кардинальных изменений в тактике и в подходах к игре не предвидится. Сейчас важно наладить контакт с игроками, понять, кто на что способен, и научиться работать вместе. А пока, ну, по первому дню сложно сказать. В принципе, вот то, что понравилось, все через мяч, все упражнения с мячом. Пустой беготни нет, интенсивность большая, высокая, вернее. Ну, пока отлично все. Сами спортсмены тоже стараются. От первой до последней минуты работают в хорошем темпе, выкладываются на полную. Главный тренер отметил, сейчас будут стремиться сохранить атакующую манеру игры. Ну, у каждого тренера что-то свое. Ну, в принципе, у меня есть опыт уже работы со многими специалистами. Тут ближе к Дмитрию Владимировичу Парфенову, чем к Вадиму Валентиновичу Евсееву. Сегодня уже мы много занимались тактикой. Мы пропустили последние две игры 7 голов. Естественно, новый главный тренер это заметил, обратил внимание, просмотрел. Сейчас мы исправляем эти недочеты для того, чтобы уже в ближайших играх не пропускать. До следующего матча остается всего несколько дней. Уже в эту субботу на стадионе «Текстильщик» красно-черные встретятся с московским клубом «Велес». Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.